Кроме мяса или рыбы на природе, предлагаю приготовить простую и очень вкусную закуску – лаваш с сыром на мангале. В начинку можно добавить любимую зелень, чеснок, специи. Чудесный перекус. Лаваш с сыром отлично дополнит и основное горячее и овощи. Хрустящая корочка и нежная насыщенная начинка – прекрасное сочетание, которое оценят не только взрослые, но и детки. Подготовьте ингредиенты. Сыр натрите на крупной или средней терке и выложите в глубокую миску. Чеснок очистите, пропустите через пресс или натрите на терке. Зелень промойте, обсушите и измельчите. Добавьте майонез. Как следует перемешайте. Начинка готова. Лаваш нарежьте на 2-3 части, в зависимости от размера. Выложите начинку и сверните. Останется дело за малым, подготовить мангал. И подрумяньте с двух сторон.